Эпидемиологическая ситуация в стране обостряется, а Тюменская область по-прежнему в красной зоне. В связи с этим необходимо строго соблюдать меры предосторожности, особенно когда дело касается детей. Наша съемочная группа посетила одну из школ областного центра, где дети учатся в офлайн-режиме. Новая средняя школа-лицей рассчитана на 1358 детей. Сейчас в традиционном формате здесь обучаются с 1 по 4, 5 и 9 классы. Учебный процесс организован строго с соблюдением социальной дистанции, соблюдены все санитарные меры. С самого начала при входе в школу сидят дежурные. Они строго наблюдают за учениками, чтобы при входе проверять температуру у детей, чтобы они были строго в масках. Вместе с руководством школы, заучим школы мы проходили, обходили всю школу, и спортзал, и столовую, и соблюдать все нормы. Расписание уроков составлено с учетом санитарных требований. Кроме того, проведение перемен и посещение столовой организованы в разное время, чтобы избежать скопления детей. Школа полностью обеспечена дезинфицирующими средствами и средствами защиты. Здоровье детей превыше всего. Чтобы не подвергать опасности здоровья учеников, мы крайне ответственно подошли к вопросу организации процесса обучения в офлайн-режиме. Каждый ученик сидит за отдельной партой. Все классы обеспечены специальными антисептиками, дозаторами и кварцевыми лампами. Медики напоминают родителям строго соблюдать санитарные нормы, не посещать места массового скопления людей и в обязательном порядке носить маски. Анастасия Евсеева, Миржан Аманжолов, телеканал «Актобе».